Танюш, ну что, ты где? Привет, ребят. Короче, я такой стрёмный после косметолога. Не обращайте внимания. Сейчас, блин, кому будет маникюр. Танюш, ты где? Скажи мне, пожалуйста. Приезжай в Европейский, пойдем праздновать твою ДД. А, в ресторане? Давай, как закончишь, ты мне, пожалуйста, сообщи, ладно? Я тебя жду и надеюсь... Какая красивая, нет, посмотрите, у меня все в пупырышках, я на жабу похожа. Это ужасно. Очень страшно. Сейчас, секунду, я хотя бы губы намажу. Привет из Тулы, привет, привет. Еду в Европейский. Так, так лучше. Еду в Европейский, встречу с девочкой, которая мне... Ну, как с девочкой? Ну, да, с девочкой, которая мне волосики делала. Приехала из Минска. Кстати, планирую по возможности во вторник съездить в Минск. Где-то в четверг, в пятницу вернуться. Тоже по возможности. Соскучилась по своим племяшкам, сестре, маме, папе. Со всеми хочется уже встретиться. Блин, только месяц прошел. Как дальше жить, скажите? Привет, ребят, кто присоединяется. Сейчас еду в Европейский. Повторяюсь, для тех, кто присоединяется. Не судите строго за мой внешний вид, он ужасен. Но на самом деле мне косметолог сказала, не так ужасно, как могло бы быть. Но это клевое состояние, когда ты такой с чистым лицом, все дела. У меня все хорошо, настроение бомба. Лучше не придумаешь уже. Если бы вы со мной еще общались не только с смайликами, а вот со словами, я бы была вообще очень счастлива. С фильтром не видно. Вот поэтому я фильтры взяла, чтобы вот не было этого всего видно. Идешь к Тане на ДР. Таня сейчас в ресторане. Мы чуть позже с ней встретимся обязательно. Косметолога делала биоревитализацию. Это все лицо вот так вот колется много раз, очень больно, без анестезии. Я делала без... нет, больно только вот здесь, вот в этой области, а так терпимо. Ну, я терпеливый человек, я терпила. Как похудела? Ну вот, например, сегодня я только скушала протеиновый батончик и все, и поэтому сейчас поеду в Black Star Burger, нажрусь от души и не похудею. Хотя, может быть, будет только лимонад с маракуйя. И на самом деле много жидкости, меньше есть. Где Вова? Вова на работе. Вова работает, много работает, просыпается рано, ложится поздно. Я один по своим делам катаюсь. Кстати, девочки, кто вот видел колготки вчера в сторис, если хотите, кто из Минска, доставим. Кто из Москвы, тоже доставим. Они очень круто смотрятся. Под платье, под форты, под короткие ботинки. Супер просто. Красивая, милая девочка. Спасибо, мой хороший. Ты знаешь, так как она будет ведущей на острове любви? Нет, этого не будет, я думаю. Что вы видите вместе? Я не знаю, видимо, да. Насколько похудела, не знаю, ребят, вообще не знаю. В Москве очень тепло, я вот в кожаной куртке еду. Погода вообще идеальная. Пробок пока что нет. Короче, так. Они на Алике есть. Ну, если есть, значит прекрасно. Просто у кого-то нет желания и возможности там заказать. И когда ты все еще встречаешься с Дэвидом, я не знаю, кто это такой, я с ним не встречаюсь. Хочу эти колготки. Напишите, и мы можем вам доставить. Цены не кусаются абсолютно. А Руслан сейчас пойдет лесом, если еще один такой вот вопрос.
Может, сразу пойти. Я тебя люблю, моя Викуся. Я вас тоже очень люблю. Привет, ребят, кто присоединяется. Кто-то сказал, что брови огонь. Брови вообще суперские. Просто офигенские. Вик, слово, часто видитесь? Ну, конечно, часто. Он хоть и очень много работает, но мы... Директ, напишите мне. Но я по своим делам, он по своим делам. Но мы проводим время достаточно вместе. Просто я не выкидываю все сторисы, там фотки, все дела. Вот, но время проводим вместе. Где брови делаешь? Вчера выкинула пост. Посмотрите, у девочек Империя Перманент. Очень крутые брови делают девочки. Очень. Поэтому все, кто так мечтает о таких или хочет какую-нибудь свою любимую форму, все сделают обязательно. Брови в последнем посте вы можете все посмотреть. Очень красиво, люблю тебя. И я вас. И рада за вас. И я рада. Лиза, поддерживаешь? Да, конечно, как я могу не поддерживать свою девочку. При всем желании быть сильной невозможно. Даже если очень сильно захотеть. Потому что такое дело, что наживное прям. Как дела? Мои дела, ребят, чудесно. Погода радует, настроение хорошее. Что нужно для счастья? Боже, ну не пишите мне про этого вот человека, пожалуйста. Не спрашивайте меня про него. Я с ним не общаюсь. И я не вместе с ним. Лиза и Леша расстались, да. Что нового? Употребляла что-нибудь из запрещенного? Нет. Не употребляла и не хочу. Мне кажется, что можно веселиться по-разному, без всяких веществ. А с кем ты сейчас едешь? Я еду с таксистом. Ты откуда? Я сама из Минска. Еду от косметолога. Мне 22 года. Слово у меня хорошо. Слава Богу. Какой же он умный. Не могу. Хочется верить людям, и на данный момент верю. И сделаю, по крайней мере, все возможное, чтобы все было так же, как и сейчас. Если для счастья надо дочку, надо ее обидчиков отодрать. Не нужно. Просто нужно, да, действительно ее забрать, и все. Пьешь? Ну, бывает. Почему? Я что, не человек? Бываю, выпиваю. Катюшечка, привет, привет. Я еду в такси, еду в центр. Лицо начинает побаливать. Без тебя скучно на проекте. Ребят, я не думаю, что там очень скучно. Там хватает и без меня. Чем Вова тебя зацепил? Я же говорю, он очень умный, он талантливый, он перспективный, он целеустремленный, он симпатичный, он сильный. Что еще? Я не знаю, что еще можно сказать, но харизматичный очень. При всей своей скромности очень харизматичный. Чем я зацепил? Так, вместе мы пока что не живем. Привет из Армении. Привет, ребят. Счастья вам, пусть у вас все получится, все будет хорошо. Я надеюсь, что все так и будет без изменений. Бросать курить собираешься? Нет. Так, а почему Лиза и Леша расстались? Я не знаю, ребят, спрашивайте у Лизы и Леши в эфире. У меня не знаю, я не знаю информацию. Ну, знаю, но не буду вам рассказывать. Поить хочу. Я не поняла. А суд у Лизы прошел? Нет, еще нет. Вика, ты шикарно. Спасибо, мои девочки. Ногти. Вот мои ногти. Вот, смотрите. Вот такие ногти. Нравится?
нравится. А он пудрой так и мажется. А вы так пудрой и мажетесь? Вы так и мажетесь помадой? Не мажется он пудрой. Не мажется, не переживайте. Это даже если так и было когда-то, вы где-то это увидели или еще что-то, и человек находился на экране, это не есть плохо. Человек хочет выглядеть хорошо, тем более на экране. И это нормально. Хуже быть с неухоженным и стрёмным. Нет, ты ничего не перепутала, да, мы вместе. Как дела? Все чудесно у меня. Где ты работаешь? Я, ребят, работаю сама на себя. Поэтому конкретного места у меня нет. Место, где, куда я прихожу каждое утро, ухожу каждый вечер, такого нет. Ждем вашу свадьбу с Гаутсом. Ё-моё, боже, аминь. Пускай она уже случится так рано, спустя 2 недели. Почему в директ не отвечаешь? Я стараюсь по максимуму отвечать, смотря, что мне пишут. Иногда пишут, ты красивая, ты такая классная, такая веселая, спасибо тебе за эфир. Потом, иди нахуй. Ну, просто когда не отвечаешь людям, они потом начинают писать всякие гадости. Это ужасно. Очень сильно похудела, молодец, привет. На Рильску передаю привет. Дети есть? Нет, у меня нет детей. Очень хочется уже. Уверена, вы с вами смотритесь отлично. Спасибо большое. Я... Он такой милый, нежный, такой настоящий. Вообще, ну, мне он очень нравится. Кружит голову мне, да упаду. Очень прикольно, веселая, простая девчонка. Спасибо, моя хорошая. Киеву передаю привет всем. А Кирову, и Кирову всем передаю привет. Я у тебя песню спрашивала. Как там была сторис? Скажите, пожалуйста. Генетик, то, что Давид нытик. Ой, боже, не говорите, пожалуйста, больше про него. Танюша, передаю привет Екатеринбургу. Барзиков, ты чё? Ты вообще оборзел, что ли? Чё несёшь такое? Бузова поёт, и про губы было написано. Вот-вот. Ну, значит, это Бузова поёт, и песня называется «Губы». Чё непонятного? С вами познакомились на мероприятии. А где я сейчас живу? Живу в разных районах Москвы. По-разному. Вообще в Москве. Ваня добрый. Ваня что-то вообще там перепутал, походу объелся своих таблеток этих для похудения или что? Я не понимаю. Почему про Гаути не отвечаешь? Все, я отвечаю. На вокзале. Ты пойдешь со мной? Если пойдешь, тогда идем вместе. Вместе и пойдем на вокзал вдвоем. Что за вопрос? Поздно зашла. Ну, ничего страшного. Сейчас еще будет куча вопросов. Вы на все вопросы ответы узнаете. Ванька стопудово объелся от таблеток своих. Почему? Кем работаю? Работаю, значит, пиар-менеджером Барзикова Ивана. Он очень просил, на коленях стоял. Выпал с тачки, стал на колени и говорит, Вика, пожалуйста, можешь, пожалуйста, похудеть на моих таблетках? Я говорю, Вань, давай, ну, типа, подписчики будут в шоке, но я им рассказывать не буду. Он говорит, все, я согласен. Нет, на самом деле Ванькины таблетки работают, это 100%, потому что я знаю девочку, тоже бывшая участница, она пила эти таблетки, и вы сами заметили, что она похудела. Ее зовут Катя Зиновьева. Совсем недавно она вам про это рассказывала. Вот. PR-менеджер с меня так себе, если честно. Вот. Но вообще я хорошая. Весь дом два друг с другом переебался. Серьезно? А с кем спала я? Расскажите мне, пожалуйста. С кем? Может быть, с Ваней?
капсулы для похудения вида. Да, я название не знала, но вот точно есть инфа, что работают. Почему ушла? Потому что слишком много плакала, у меня крышу снесло на острове, и я поняла, что я хочу той жизни, которую я могу создать себе сама. Проспаться во сколько хочу, ложиться во столько же, поехать по своим каким-то делам. Здесь у меня больше возможностей смотреть за собой. Вот. То есть рай просто для нормального человека. Но не так, чтобы там башню сносило, и ты сидел, просто чувствовал себя дном каким-то. Ты правда хорош. Ну, вот это я знаю. Вот я добавляю. Привет, Джаба. Привет, Turkish Girl. Смотришь свои фан-клубы? Против ли ты, что люди их создают? Нет, почему? Наоборот, я очень благодарна своему фан-клубу. Вот девочка идет со мной уже на протяжении всего времени, как я только появилась на проекте, до сих пор ведет мою страничку. Конечно, уже подзабила на нее, я так понимаю. Ну, потому что просто фотку заливает там, например, и... Ну, без комментариев, без ничего. А до этого еще других участников скидывала. Причем тех, которых я просто не переношу. И мне это не очень понравилось. А так вообще всем фан-клубам просто большой респект за то, что они действительно не отступают. И даже если человек находится не на проекте, все равно продолжает его вести. Борис, привет. Привет. Я еду в Европейский сейчас набивать свой пузан. Блин, Мусульбес позвонила мне. Ты не сможешь. Ванька, что я не смогу? Привет, Жаба. Что, ну что смешно? Ну блин, я после косметолога. Ну что поделаешь? Шевы не общаемся. Почему нет совместных фоток? Ну не фоткаемся мы. Так, Turkish Girl, не надо мне вот этого вот показывать. Я все знаю. Замужем была? Нет, нет, не была. Если... Нет, если бы я была замужем, вы бы все узнали одни из первых. С кем из участников общаешься? Со многими. Вот сейчас Мусульбес мне три звонит, и поэтому у меня прямой эфир пропадает. Бартин, как всегда, свои капсулы рекламируешь. Ребят, ну, если они действительно работают, значит, почему он не имеет права на то, чтобы их рекламировать? Вот. 100% гарантия на качество продукции, но не 100% гарантия на результат. На качество продукции 100% даем гарантию. Я люблю тебя очень. I'm happy. Спасибо большое. Привет, дорогие. Привет, мои сладкие. Такая погода бомбовая, ребят. У Сульбес, говорят, беременна. Да, там все беременны. Все просто поголовно. Это все воздушно-капельным передается. От Ольки, от Таты к Ольке, от Ольки к Аленке, от Аленки к Мусульбес, к Африкантовой, ко всем на свете. Давайте не продам, пожалуйста. Ой, а еще вообще все нравлюсь. Лёва. Че, кто ко мне ломится в эфир? Эфир не буду добавлять людей, потому что качество сразу портится. И потом все пойдут от меня. Так, что еще? Блин, хочу понять. Так красиво тут, перестает дышать. Дебилка. Вот тебе, понял? Не нормально. Если я дебилка, то ты вполне дебилка. Туридиска. Потому что ты пишешь в моем эфире, ты ко мне зашла, а не я к тебе. И ты мне пишешь, что я дебилка. Но если я дебилка, то тогда ты пойдешь сейчас вон к моего эфира. У тебя хорошее настроение, согласна, есть как. Давай как-нибудь встретимся в Москве. Ребят, я вообще доступна, ну, в смысле, к общению. Вот, поэтому вообще не вопрос. Даже сейчас можем где-нибудь увидеться, если вас не смущает мой стрёмный внешний вид. Ой, извини. Ой, ну как можно вас извинить, если вы написали, что я дебилка? Я не понимаю. Какое у тебя образование? Я тёлка белорусская без образования. Какой цвет в одежде любишь? Люблю очень нежные тона, либо розовые, но вообще, ну, нежно-розовые, не такой яркий, а вот нежно-розовый. Черный мне нравится, белый.
Накорми меня, пожалуйста. Я не похожа на пиар-менеджера. Мне Валька Барсиков сказала, что я так себе пиар-менеджер. Поэтому не смогу. Не могу. Куда едешь? Еду на встречу в Европейске. Короче, за пиаром к Барсикову обращайтесь. Со мной, пожалуйста, на эти темы не надо разговаривать. Вот в этом мастер, топчик, там все дела. Ради бога. Школу окончила и все. А нет. Нет, я училась. Передай привет, пожалуйста. Я на самом деле рукодельница. Я очень не знаю, что хотела сказать. Так, уже первые пробки начинаются. Мы счастливы. Сережечка, привет. Хоть сегодня день недели, скажите мне, пожалуйста, пятница сегодня или суббота? Суббота? Офигеть, я все пропустила. Сережа, у меня все хорошо. Болит лицо. Я еду после косметолога. Сейчас встречусь с очень замечательным человеком и мастером своего дела. Вот, мы обязательно вам всем передадим привет. Витания, доброй раницы. Доброго дня. Прекрасно выглядишь. Да, особенно на солнце вот с этими вот прыщами. Ладно, ничего страшного. Что, прыщавые тоже люди. Почему люди по кольцу ходят? Это же кольцо? Да или... Люди по кольцу ходят, так вот просто да, не в подземке, а... А, понял. Как ухаживаешь за волосами? Мою их ежедневно. Сегодня не мыла глазки, потому что только расплела. Вот. Затем просто бальзам наношу, высушиваю и вытягиваю лучком все. Ты о чем-то жалеешь? Да. Я сломала человеку жизнь. Я вытащила Антошвили Давида с проекта за собой и бросила его. Я жалею о том, что я поломала его судьбу. И дальше человек больше ничего не сможет сделать, помимо того, как существовать на проекте. Сорян. Я случайно. Я не хотела. Так бывает. Ладно, шутка. Вот такое лицо журнала. Почему вы расстались? Подарки ему не дарила. В кино не водила. Делала с лицом биовиритализацию. Это когда много так укольчиков делают в лицо. Это просто насыщение влагой. У меня очень мало влаги здесь в лице, короче. Ну, вообще в организме тоже. Вот. И поэтому, ну, кожа под... Ехали по кольчикам. Вот. И, короче... И кожа насыщается всеми очень клевыми компонентами полезными именно для кожи лица. Ты правильно сделала. Согласна. Турчин маленький мой, сыночек мой, приветулечки. Как Сочи стоит, не Сочи. Все ли там у тебя хорошо? Вика брови поменяла, лицо изменилось. Не только брови поменяла, голос поменяла. Одну ногу поменяла и три пальца изменила. Вот. Не, ну а серьезно? Не, ну я серьезно, а что непонятного? Он так сам говорит в своих эфирах, так и про меня. Я должна была это все делать. Дарить подарки, в кино водить, там, кормить, все дела. Не знаю, жильем дать. Ой, ну ладно. А он тебе дарил подарки? Не хочу про него вообще говорить. Кем работаешь? Брови делаю, крашу брови, вот, плюс в шапке профиля тоже есть один момент, одна работа, ну, то есть я, у меня нет официальной работы, куда я приезжаю каждое утро и ухожу каждый вечер, но есть заработок, вот.
кошмар, ужас какой-то. Согласна. Есть такой момент. Турчин, ты когда мой тональник вернешь? Опять Мусульбек звонит. Блин, достала. Короче, Турчин, верни мой тональник, и все будет хорошо. Мы с тобой дальше продолжим дружить. А если честно, я тебя жду в Москве. Давай уже приезжай. Пойдем, встретимся. Ты красивая, найдешь лучше намного. Я уже нашла. Все, посмотрите, цветы пахнут. Роза уже нашла. Ой. Привет, ребят. Все, кто посидят. Да, встречаюсь. Через 2 минуты у меня эфир закончится. Мне молодому человеку нужно будет денежку перевести за вот это вот. Дюране тусила. Да, вчера была в Дюране. Встретилась с девочками, но не тусила, просто была с ними, выпила бокал шампанского и уехала домой. Танюш, все, минуту, я тебе перезваниваю. Мои котята, все, я уже подъезжаю к Европейскому, сейчас отвечу, я все вижу. Любимые мои солнышки, все, давайте. Помощь, все, выхожу с эфиром.